В ноябрьске праздновать День семьи, любви и верности начали накануне. В воскресенье в Центре «Современник» чествовали и тех, кто узами брака связан уже не один десяток лет, и тех, кто в ячейке общества, семьи, объединились совсем недавно. Где же ты, моя любимая? Отзовись скорей красотой своей нежной, сердце мне согрей. Конкурсы, выступления артистов и, конечно, награждения. Трем семьям, прожившим в браке 25 и более лет, воспитавших детей достойными людьми, вручили медали, которые так и называются «За любовь и верность». Еще 6 супружеских пар получат их по возвращению в город. Семья – это маленькая страна, и радости там произрастают, когда подготовленный грунт бросают лишь самые добрые семена. Я желаю, чтобы ваши семена всегда были самыми добрыми, самыми качественными, чтобы всходы давали всегда результат, так, чтобы отражались не только на семьях ваших, но и на жизни нашего государства, чтобы наше государство было самой сильной державой, чтобы в нашем государстве проживали самые счастливые, самые бедные, самые преданные семьи.